Так, так, лайте пивунья. Вот это вот она ругается. Вот это не скажи. Не ругайся на меня, дорогая моя. Скажи. Поутаскивался, нет? Лисы, говорит, вот так они. На вот. О, не валял. Из рук она берет аккуратно. Видите, что творится с повязками? Ну да. Патрикеевна, хватит меня пытаться укусить. Не надо меня кусить. У меня руки тебя же и обрабатывают. Слушай, она, по-моему, может ее кормить поменьше. Она толстая, да, очень. Ну, что-то мне кажется, она жиреет. Ну, жиреет, потому что не двигается, что там. Жень, ты жиреешь, голубушка моя. Ты очень толстая становишься. Да, потом она меня зацепит. Такие лисы не бывают. Толстых таких лис не бывает. Вот с ней не справится, скоро будет. Да ну? Не, можешь просто пайку убавить, чуток. Ничего. У нее силы, она так, очень так понятно, силы. Я вообще думаю, может, вот эту даже не бинтовать. Посмотрим сейчас. Она грызть вот может. Так она же в этом воротнике не может. Это уже третий у нас, да, воротник? Да. Причем, я говорю, они два, видите, на ней одеты. Да, я вижу. Причем да. Я не собираюсь снимать, потому что... Рюшечки. Черт, если жива. Она, да, она за один день его разберет, так может, что-то на дольше хватит. Что ты тут натворила? Что? Говорунья. О. Как ты их так-то? Удалился все салфетки сама. Умница. Ну давай поговорим. Давай. Скажи сейчас прям. Не хочешь? Не жаться с вами разговаривать. Назвал меня толстый. Кормить не велел. Дама обиделась. Все, не смотрит в глаза, все, отворачивается. Женская натура. Обидели, извини. Еды не дадут. А? Дадим, Патрикеевна. Я никому не позволю тебя голодом. Будешь кушать. Будешь толстый, а потом разбегаешься, ничего. Ты посмотри, у тебя живот-то какой, смотри. Тебя уже две тебе стало, да. Я просто крупная женщина. Хороший весы должно быть много. Мечта поэта, да. Ну, что чистенько уже, все хорошо. Ну нет, все-таки пока побинтую. Пока побинтую, ладно. Так и быть. Потерпи немножко еще на этой лапке бинтики. Здесь на этой лапке точно немножко. Вот там, конечно, похуже. Скатывать стекло. Ну, даже промывать ничего не хочу. Все чисто, хорошо. Не разговаривай со мной, все, обидел. Обидел. Патрикеевна, ты в курсе, что на обиженных воду возят? Я догадываюсь. Ладно, все, извини. Хорошо? Ошибку понял. Осознал. Осознал. Все принял к сведению. Ну, не будем говорить. Но она, кстати, вот эти шрамы-то у нее старые, вот на голове у нее такая чуть не дырка. На носу старые, да, у тебя. Я лиса, боевая. Боевая. Но она крупная, по-видимому, она. Она, да. И всех гоняет. Она страдала меньше всех. А может, даже и забияка? Ну, она, скорее всего, забияка была. Поэтому... Скажи, почему была? Я и сейчас забияка. Просто вы скажи тетке еще, пока не попали мне под горячую руку. Вот, молодец. Заговорил. Заговорила. Виноград там, посмотри, съела, не съела. Из рук брала и складывала в воротник себе виноград. При нас не ела. Берет, кстати, из рук очень аккуратно. Не пытается укусить в этот момент. Да, если просто тоже, руки да. подставишь, она, конечно, сожрет сразу. Еда и такая. Завтра надо Гошку все-таки поймать с утра. Ну, давай. Ой,
не жалею, чем я готовлю. Вот так. Раз, два, три, два.